Откуда, куда ехали? Ехал из под Москвы в Уфу. Ну, разъясняю 51 статью. Да, имейте право сидеть против самого себя, вы будете рядом, который определен федеральным законом. Сейчас будем производить личный досмотр, а также автомобиль ваш. Перед производством личного досмотра я вам хочу добровольно предлагать запрещенные вещи, предметы имеете у вас при себе? Имеется. Автомобили. Имеется. Что автомобиль. Имеете? Поясните, пожалуйста, подробнее. Что имею, конкретно не знаю, по названию. Наркотические вещества. Где имеете? В багажнике. В багажном отсеке, да? Да. Где подняли? Под обшивкой. Нет, данное вещество где приобрели? Я не приобрел его, я забрал его. Где? В каком месте? В лесу. Сейчас не помню. Город такой? Питер, Москва. Под Москвой. Везете куда? В Уфу. По весу сколько примерно? Примерно 2,5 килограмма. Порошок? Не знаю, Провар. Какой-то кристалл какой-то. Во время несения службы на контрольном посту полиции Тула-1 сотрудники ГИБДД управления МВД России по городу Набережные Челны остановили автомобиль «Шкода» под управлением 49-летнего жителя Ленинградской области. В ходе досмотра в багажном отсеке обнаружен изъят полимерный пакет с неизвестным веществом, которое по заключению экспертизы оказалось наркотическим средством синтетического происхождения весом свыше 1 кг. Задержанный рассказал, что по указанию неустановленного лица оператора интернет-магазина в одной из лесопосадок Московской области получил наркотики через ценниковую закладку, которую должен был отвезти в Уфу для дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.